Всем привет, друзья. Нашел Toyota Celica GT 87 года. Купе, двухдверная. Ну, машинка просто зверь. Даже сирена вот стоит. Противоугонная. И вижу, что здесь фары какие-то LED-шные, что ли. Это с 87 года машина. Вау, прикольные фары, такие еще никогда не видел. Главное, стоит новый генератор. Это прикол. Вот. Celica GT. Ну, сейчас закроем капот. Посмотрим, как она выглядела бы. А, вот так. Понятно. Она чем-то смахивает на Mustang такого же года. Еще у нас по салону. А в салоне обычная коробка передач. Вот, автомат. Сзади еще типа два сиденья должно быть. Сейчас посмотрим. Двери открываются легко. Видно, кто-то уже пытался установить динамики. Вот. Ну, сидушка неплохо откинулась. Что здесь творится? Ага. Кто-то вот снял. Airbag. Это нужно поставить вот сюда. Она здесь должна быть. Вот. Машина лучше выглядит с ним. А так, я думаю, здесь кто-то, в принципе, что-то пытался сделать. Это, наверное, противоугонка стоит. Вот. Все закрывается. Ставится обратно. Вот так вот. Вау, машина зверь. Вау. А багажник, я не знаю, ли он открывается здесь. Наверное, только с ключа. Ключа, естественно, здесь нет. По-любому его здесь нет. Да, то его бы и здесь угнали, эту машину. Ну, хотелось бы посмотреть, что в багажнике. Вот. Просто интересно. Ну, сколько на ней пробег? 192 тысячи миль. В принципе, для этой машины это уже неплохой пробег. Она проехала столько. Кто-то на ней ездил, походу. Сколько? 290 тысяч километров примерно. Это я говорю все примерно, я просто не знаю. Точно не приводил. Машинка прикольная. На ней хорошая резина стоит. А походу на ней кто-то ездил до последнего. Видно, что поменяли генератор. Наверное, что-то с электроникой было, я думаю. Ну, anyways. Ребятки, что могу сказать? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. И буду показывать по возможности еще больше такие же легендарные автомобили, которые пропадают здесь. Можно было бы восстановить, я думаю. В принципе, она так все целая. Ну, anyways. Всем пока.